Короче, долго я тут думал, смотрел, пришла свеча, перечитал, короче, весь мануал, инструкцию перевел на русский, короче. Вот, разобрался, что за херня. Короче, рамка. Форсунка 1, 2, 3 и 4, короче. Соответственно, 4 цилиндра. Заливала этот и этот. Прям в них... Прям аж вот, ну это сейчас уже там дымок идет. Вон, если увидеть, блестит бензин на клапанах, на втековских, которые открываются после 7000 только. Налитый бензин. Ну короче, на рамке насос качает, насос стоит в баке, качает 6 атмосфер. Подает на рамку, вот по этому шлангу подается на рамку. И, соответственно, подается в форсунке. На краю стоит клапан-регулятор давления, который на 3 атмосферах сбрасывает все обратно в бак по вот этому шлангу. Клапан работает следующим образом. Понимает, когда двигатель заведенный и когда не заведенный. Он работает от вакуума. Сюда подсоединяется шлангочка с вакуума, которая идет, вот она идет, эта шланга, и она идет, берет вакуум как раз с этого цилиндра и с этого цилиндра. Получается, что здесь пробита мембрана, и когда заводишь мотор, отсюда вот тупо льется бензин. Сука, все просто. Выдолбало все мозги.